Кубанский юридический колледж выпускает специалистов по следующим направлениям: правоохранительная деятельность, экономика и бухгалтерский учет, гостиничный сервис и программирование компьютерных систем. С этого года здесь есть и бюджетные места. Колледж дает возможность лучшим абитуриентам учиться бесплатно. Но значительные скидки на обучение получают и те студенты, которые активно проявляют себя в общественной жизни, творчестве и спорте. Действует здесь и свой собственный студенческий совет, и своя команда КВН. Специальности, по которым обучают в Кубанском юридическом колледже, сегодня очень востребованы. Учебное заведение сотрудничает с целым рядом городских компаний и организаций. А это значит, что после окончания колледжа вопросов с трудоустройством у выпускников точно не будет.